главным героем нового отечественного масштабного боепика, стала одна из самых противоречивых исторических личностей Иван IV. Первая серия сериала «Грозный» вышла на экраны в ноябре 2020 года на канале «Россия-1». Первый сезон состоял из 8 серий, 9 серии, к сожалению, не будет. Однако есть надежда, что создатели снимут второй сезон. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.